Всем привет, друзья! Сегодня будет видео о такой неоднозначной вещи, как герметик, системы охлаждения. Будем тестировать герметик системы охлаждения Hi-Gear. Сразу скажу, это не реклама. Я не являюсь ни в коем разе сотрудником компании Hi-Gear, либо заинтересованным лицом. Я не являюсь продавцом автохимии. Я являюсь пользователем, который отчаянно нуждается в том, чтобы задевать течь. Дело в том, что произошла такая ситуация. У меня начало бежать в системе, где-то антифриз. Где-то снизу бежал, непонятно, с блока или с какой-то прокладки. Вот как у нас капает антифриз. Я сначала подумал, что, возможно, пробка там, вот такая затычка в блоке. Но оказалось, что проблема не в этом. На сервисе толковые ребята, на дружественном сервисе собрались буквально все мастера, облазили машину снизу доверху и выяснили, что течет прокладка в развале, значит, впуска сверху, прокладка на, значит, между рампой и, собственно, уже блоком. Ну, вернее, не блоком, а головками блока цилиндра. Вот, неприятная течь, которая, значит, требует разборки всей верхней части мотора. То есть нужно снять паука, нужно снять впуск, нужно снять форсунки вместе с рампой. И вот под этим идет большая прокладка такая, тоже V-образной формы. Прокладку эту я заказал. Я как бы, ну, вообще не сторонник лить всякие такие вот вещи. Тем более, говорят, забьет систему, там все будет хана, там отопитель перестанет работать. Дело в том, что я заказал прокладку за, как бы, ну, нормальную цену, за такую прокладку 2500. Прокладочка обещалась в 3-дневный срок, договорился уже с мастерами. Оказалось, что поставщик снял прокладку, значит, снял заказ. Удалось выяснить при звонке в торговую сеть, что прокладка, если и будет, то этим же поставщиком она будет поставляться непосредственно из США. Это будет в течение, возможно, месяца. Возможно, опять будет отказ и снятие. На текущий момент у меня убегает через эту дырку, где-то там сверху в прокладке, порядка литра, значит, антифриза на 10 километров езды по городу. То есть вот считайте, сейчас я делаю свои дела, езжу по городу и доливаю литр за литром антифриз, что, в общем-то, не очень приятно. Прокладку я, конечно, наверное, закажу, а вообще, значит, психанул и купил в одной из автозаправочных сетей такую вот хрень. Называется Radiator and Block Seal металлокерамический герметик HG9041, который содержит в своем составе медь, керамические частицы, глина, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании. Ну, надеюсь, это не та глина, которую месят, ну, вы понимаете, но какая-то целебная глина, которая должна все наши дырки и течи заделать. И посмотрим, значит, если это все сработает, то прокладку, я думаю, надо будет заказать и ждать ее потихонечку, не торопиться, ездить, делать свои дела, потому что автомобиль нужен каждый день. Поэтому, несмотря на все controversies, как говорится, противоречия, несмотря на все вот эти вот уговоры не заливать ни в коем случае эту хрень, она забьет отопитель, забьет радиатор, забьет вообще каналы все в двигателе, и все, короче, будет полный трындец. Вообще, я изучал в интернете отзывы, значит, по всяким разным таким присадкам, герметикам и так далее. Hi-Gear, практически на Hi-Gear нет отрицательных отзывов, где люди откровенно бы плевались, как, например, там на тот же Лавр или еще на какие-то присадки. Поэтому сейчас будем проверять. Значит, ну что мы делаем? Взвалтываем все это. Сейчас посмотрим, какой оно консистенции. Подделка быть не должна, потому что куплена в крупной автозаправочной сети. Хоть и дороже, я думаю, чем у всяких разных там мелких продавцов, но есть какая-то гарантия, что это не подделка. Такая вот консерва, такая смесь желеобразная. У Explorer где-то 10 литров объема охлаждающей жидкости. На 10 литров вся эта фигня разольется. Но я думаю, антифриз сильно не загустеет от этого. А в немного охлажденную машину, но это, видимо, чтобы не обвариться охлаждающей жидкостью, значит, в радиатор залить, потом довести уровень охлаждающей жидкости до нормы и, значит, машину погонять 5-7 минут.
запустить двигатель, потом ее остудить. Поэтому идем заливать. Открываем наш радиатор. Здесь у нас уже немножко убавилось. И заливаем. Вот такая няша. Няша, 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 няша. То есть написано, что заливать непосредственно в радиатор. Пробка здесь, значит, то есть верхняя точка, вот эта крышка радиатора выше, чем вся система. Поэтому сейчас весь воздух из системы должен уйти, вытесниться жидкостью охлаждающей. Также доливаем бачок расширителя. Итак, что нам нужно сделать дальше? Завести двигатель. Вас приветствует видеорегистратор МИО. Включить отопитель на полную мощность. Открыть кран отопителя на полную мощность. Гонять его 5-7 минут. Сейчас мы доедем до другого места. Как раз за это время примерно. Затем нужно заглушить мотор, дать ему остыть. Тогда все это дело полимеризуется, закоксуется и течь, по идее, не должно. Так что будем проверять. Так, ребят, отопитель дует горячим, но при этом капли практически прекратились. То есть вот так не бежит, капает только чуть-чуть. Короче, ребят, тест затестил, хайгир работает, течи нет, но началась другая проблема. Видите, 91, 92, 90, да, 92. Короче, машина начала нагреваться больше, чем нужно, но при этом печка дует просто огонь. То есть эта жижа не забила радиатор отопителя, но сделала работу термостата какой-то странной. То есть если раньше термостат открывался на 87 градусах, то сейчас он открывается на 95 или 98 градусах. Возможно, так он и должен открываться на системе, где нет утечек. Сейчас утечек в системе нигде нет. Вот сейчас 93, опять 92. В общем, в машине стал Ташкент, раньше было холодно всю зиму. Сейчас в машине Ташкент, несмотря на минусовую температуру, сейчас еще у нас прохладно на улице. Вот. Будем наблюдать дальше. Поставлю обратно термостат, с которым я замерзал раньше. Наверное, да? Вообще посмотрим, как машина будет себя вести. Как бы по логике вещей, если бы оно забило отопитель, да, то отопитель бы не работал, значит, было бы холодно. У нас все работает. Просто термостат, сейчас видите, 79. То есть термостат открылся, бам, стрелка упала. Потом бам, нагрелся, короче, до 90 с чем-то. Такие вот перепадики получаются. Будем смотреть, наблюдать. Хайгир работает. Факт, течь прекратилась. Подписывайтесь на канал, будет продолжение. Всем до новых встреч. Всем пока. Ставим лайки, не забываем.